Новый ракурс на привычное озеро Кабан. Больше новых мест, где можно отдохнуть. Обновление на озеро можно увидеть уже сегодня. Волосы собираю, салон. Давай. Ну, есть. Просто превосходно. Да, тут очень мило. Тут даже уточки есть. Такие маленькие-маленькие. Прям так, такое милашество. Особенность смотровой площадки в том, что здесь можно полюбоваться видами, посмотреть, как очищается озеро. И еще здесь установили вот такие вот красные скамейки. Говорят, что они неубиваемые, но я не могу не протестировать. Не пробивать, по крайней мере. Как настил сделан, это прекрасно. Все сливы, канализационные люки, я такого не видел. Особенно приятно, что здесь звучит наша татарская музыка, поют наши прекрасные шунды манлы джирлар. Соскучились? Соскучились, потому что вот набережная, вроде тоже наша Казань, мы ее любим, но там вот нашей музыки нет. В центре мы бываем, в общем-то, не столь часто, но, честно говоря, уезжать никуда не хочется. Нравится тот конец у планеты фитнес, потому что он настоящий ботанический сад. У нас потрясающие ландшафтные коллеги работали, и поэтому это прямо уникальное абсолютно получилось место. Ну и самое важное, конечно, это каскад. Каскад, который чистит воду для нашего кабана. А в августе на месте большой смотровой площадки появится павильон. Он будет полностью из стекла, у него будет весь пол как экран, и мы будем показывать в режиме реального времени, как вода очищается в этих каскадах. Раз, два, три. Видите, как детям интересно. Они готовы не уходить отсюда. Вот такие вот интерактивные элементы появились на набережной. Связаны они, конечно же, с водой. Одинаково интересны как и взрослым, так и детям. Осторожно, вот у нас здесь ребенок. И обещать, что вот такие вот своеобразные аттракционы еще не единственные здесь на набережной озера Кабан. Так качает воду. Надо крутить и... Больше километра новых впечатлений и видов для казанцев и гостей. Обновлена сейчас территория до перекрестка с улицы Хасана Туфана. Впереди улица Назарбаева. И к 30 августа берег озера Кабан должен полностью преобразиться. Альбина Минибаева, Амир Залишев, ТНБ, Казань.